Дорогие друзья, сейчас мы с вами рассмотрим, как те доли акций компании SkyWay Небесной Дороги, которые вы получили в подарок, 50 или 100 акций, могут превратиться в определенные деньги и доход через определенное количество времени. Итак, вот эта таблица, она состоит из трех таких вот этапов. Первое – строительство технопарка, второе – строительство дорог. И в строительстве дорог вот эта табличка, мы видим, вот я сейчас выделяю, это доходность, то есть дивиденды на одну акцию, на пакет. А это нижнее, это сколько может стоить ваш пакет акций. Итак, посмотрите, вы получили 100 акций высокотехнологической компании SkyWay в подарок. И сколько же она будет стоить, вот здесь вот мы видим, через 31,5 год, тот подарок, который вы сегодня получили, сколько он будет стоить, какие будут дивиденды и за счет чего это происходит. И, естественно, мы вот с будущего вернемся в настоящее, чтобы вы поняли, как это все происходит, и что это не просто какие-то слова, а это реальный расчет, такой простой расчет, чтобы вам было более понятно, потому что не все обладают достаточно таким сильным инвестиционным аналитическим мышлением, расчетом и так далее. Поэтому я показываю так вот, чтобы это было понятно на простом народном языке. Итак, вот мы видим 100 акций в подарок, которые вы получили, с сегодняшней стоимостью это примерно $2.85. Но так как вы получили их в подарок, то они вам бесплатно. Но мы почему пишем эту цифру? Потому что если мы поставим 0, то все, что умножим на 0, получится 0. Нам нужно высчитать капитализацию и доходность. Итак, при наличии того, что за 30 лет после запуска экотехнопарка, когда мы запустили экотехнопарк в 2017 году, начинается строительство, и после этого строительства 30 лет. Построено 51 миллион километров. Это скоростной система, это городская, это грузовая и это система юнибайков. То есть, и вот давайте предположим, что это все сбылось. И сколько же доход вы сможете получать уже в таком случае? Этот доход будет на уровне 4462 юнита, доллара, не помните, это 4462 доллара. Он может быть при условии наличия вот этих вот 51 миллиона километров. Сколько это в рублях? Потому что у нас в основном русскоговорящая аудитория и люди, которые живут в России, у нас более 75% россиян поддерживают наш проект и инвестируют в него. Это будет 334 687 рублей. То есть в среднем месяц доход 27 890. То есть гипотетически можно предположить, когда будет построено 50 миллионов долларов, тогда вот примерно это будет вот такая вот доходность. В евро, это кто с европейской части, дорогие друзья, 4000, вот 56 евро, 338 евро примерно в месяц. Я знаю, пенсионеры сегодня получают примерно так же. Даже люди вот в Восточной Европе, например, прибалтийские страны, Польша, Польша чуть побольше, прибалтийские страны, это средний заработок 338 евро. Вот здесь благодаря тому, что вы получаете 100 акций в подарок, через 30 лет или вы, или ваши родственники, которым вы по наследству станете эти акции, смогут получать вот такой вот пассивный доход, можно так сказать. А сколько будет стоимость вашего пакета стоить? Ну, она будет стоить на уровне 111 566 долларов. Это предположительная стоимость пакета акций за период при условии строительства указанного километра дорог. Вот мы можем наблюдать, какой рост в процентах, и сразу хочу сказать, это в средний прирост капитала составил 10 355% в месяц. И если в рублевом эквиваленте, то сколько же это будет? Стоимость одной акции, вот она будет на уровне 1115 долларов. В евро 1015 евро, и в рублях 83 746 рублей. То есть пакет акций будет стоить в рублях. Предположительная цена будет акции 8 374 687 рублей. Можно продать и что-то себе купить. Но, дорогие друзья, и еще очень, почему будет стоимость таких акций? Потому что вот доход от стоимости актива, в среднем, вот кто купит, а это будут покупать пенсионные фонды, крупные инвестиционные компании, пенсионные, как я сказал, страховые. То есть доходность 4% в мире, это вообще шикарная доходность. Поэтому это будет, скажем, востребовано у многих компаний, государственных компаний и так далее.
Ну, а давайте теперь предположим, дорогие друзья, что вы обладатель не 100 акций, а, допустим, 12 тысяч акций, которые стоят сегодня у нас около 100 юнитов, это 100 долларов. То есть, если вы обладатель 112 тысяч акций, то предположительная ваша доходность через 31,5 год составит 535 тысяч 500 долларов. В рублях это 40 миллионов 160 тысяч. 2500 рублей. Евро это 486 818 евро. Сколько будет стоимость вашего пакета акций с 12 тысяч? В среднем одна акция, вот мы видим, 1115 долларов. Это 13 миллионов 387 тысяч 690 долларов, которые будет стоимость этого пакета. В евро это 12 миллионов 181 363 евро, и в рублях 1 миллиард 4 миллиона 962 тысячи 500 рублей, дорогие друзья. Ну а что, если вы начнете с нами сотрудничать, начнете активно с нас рекламировать, сможете получать еще доход как в деньгах, так и в акциях, и, предположим, стали обладателями до 1 миллиона акций компании, которая стоит сегодня, ну, чуть больше 4000 долларов или что-то около этого. То есть тогда ваш доход, предположительный при наличии 51 миллиона километров дорог, которые будут построены, 44 миллиона 625 долларов. В рублях это 3 миллиарда 346 миллиона 875 тысяч рублей. Средний такой вот статистический доход 280 миллионов 906 тысяч 250 рублей. А ваш капитал будет в среднем оцениваться больше миллиарда, 1 миллиард 115 миллионов 636 тысяч 500 долларов. В евро это 1 миллиард 15 миллионов 113 тысяч 636 евро. И в рублях ваш капитал, если вы обладатель миллиона акций, могут оцениваться 83 миллиарда 746 миллионов 875 тысяч рублей. И средняя доходность актива может быть 4%, поэтому эти акции будут очень востребованы. Поэтому, дорогие друзья, определитесь. Да, вы получили хороший подарок, но если вы еще хотите поддержать проект финансово, вы получаете неимоверную выгоду, и она гораздо выгоднее, чем пенсионные накопления, чем какие-то, может быть, другие накопления, потому что здесь можно передать это по наследству, это может быть передано по наследству не по одному поколению. Я вам приведу пример. Может быть, кто-то знает, кто-то не знает. В свое время между Южной и Северной Америкой прорыли Панамский канал. Это примерно было 150 лет назад. Так вот, примерно 120 лет назад, примерно одну или две недели, компания не могла выплачивать рабочим деньги за работу. И она предложила им акции. Кто-то возмущался, но получили акции. Так вот, дорогие друзья, прошло 120 лет. Уже те работники, которые рыли тот канал, наверное, в живых нету 100%, но у них есть дети, внуки, вот их родственники, которые по наследству достались акции компании, которая строила и сегодня проходит через Панамский канал грузы. Эти наследники получают в год столько, сколько их родственники за эти 120 лет никогда не заработали. И этот доход гораздо больше, чем среднестатистического американца в год. Поэтому, дорогие друзья, это лишь только Панамский канал. Почему здесь, вот я хочу сказать, что давайте вернемся, у вас ваши 100 акций, стоимость 2,85 цента. Почему ваш капитал будет оцениваться через 31,5 год 111 тысяч 566 долларов и доход 4462 доллара может быть в год? По одной простой причине, дорогие друзья, потому что вот когда будет построено 51 миллион километров дорог, рынок, который может быть в стоимости, это 178 миллиардов, это только обойдется по себестоимости. 178, дорогие друзья, триллионов по себестоимости, который обходится этот, скажем, 51 миллионов километров дорог. Но рыночная стоимость, она может быть в 10 раз больше от удорожания. И рыночная стоимость будет на уровне 400, 460, 446,250 триллионов
долларов, дорогие друзья. Вот такого рынка еще никто никогда не седлал. Вот эти все айтишные компании, Apple, Google, Microsoft, Facebook, там Alibaba, все вместе взятые, они сегодня не составляют даже рынок в 1 триллион долларов. Мы же говорим о том, что здесь рынок порядка в 500 триллионов долларов. Именно поэтому ваши акции будут расти. И если предположить, как стоимость сегодня акций там Apple и Alibaba и других компаний, то здесь можем предположить смело, что вот эта стоимость акций, которую мы здесь указали, вот 1115 долларов, она будет в разы больше, потому что рыночный спрос будет очень велик. Потому что будет еще огромное количество разных моментов. Поэтому, дорогие друзья, почему, еще раз, мы так считаем? Ну, потому что вот мы смотрим строительство экотехнопарка. Это первые 3 года у нас заняло, сейчас осталось 1,5 года. Вы можете посмотреть фотографии, видео, что мы уже начали строиться. Уже в этом году будет представлена и система юнибайка, которая будет развивать скорость до 120 км в час, и городская, и грузовая система. И по плану у нас закончить это от май-октябрь 2017 года. И для этого нам нужно 300 миллионов долларов было сегодня. Это уже гораздо меньше. И стоимость, рыночная стоимость будет, это экотехнопарка, минимум 3 миллиарда. После этого, когда, то есть мы должны понимать, это площадка по продаже технологии Skyway небесной дороги. И вот если взять первый год, допустим, там первый год, и это будет всего лишь 1000 километров дорог, то мы видим, что вот ваш пакет в среднем из 100 акций, ну, может стоить, доход будет чуть меньше 1 цента за год, ну, это примерно 3% годовых, да. И стоимость вашего пакета будет, ну, всего лишь навсего, ну, скажем так, 102 доллара, вот мы видим, да, предположительная стоимость вашего пакета 100 акций, которые подарили, получили подарок, это 102 доллара. Когда же через 3 года в среднем будут строиться 5000 километров дорог в год, это построено будет 15 тысяч километров. Почему 5, я говорю, тысяч в год будет строиться? Потому что разрабатываются также Skyway роботосистемы, которые могут строиться скоростью 200 метров в минуту. И, естественно, первый год это будет чуть менее, потом, когда пойдет серийное производство этих роботов, серийное производство оборудования, естественно, дороги смогут строиться со скоростью даже в средней скорости. Вот вы сейчас увидите, да, через 5 лет это может быть средняя скорость 10 тысяч километров дорог в год. И мы видим, что доход с пакета уже 4 доллара может быть. И стоимость вашего пакета может быть на уровне 15 703 рубля. Или 209 долларов, или 190 евро. Через 10 лет это в среднем может быть уже по 100 тысяч километров дорог. 1 миллион километров дорог. Стоимость вашего пакета может составлять уже примерно 2287 долларов. При условии постройки этих дорог. И доход годовой 87 долларов. То есть это 3070% средний доход. Это неплохой доход. А рост капитала составил в среднем 582% в месяц. Если вы видите. Ну и через 15 лет в среднем это будет строено 1500 километров. 1,5 миллиона километров дорог в год в среднем. Это 22,5 миллиона. Ваш пакет будет стоить 1,968. Доходность, вернее, ваша будет. А пакет будет стоить на уровне 49 тысяч долларов. Ну и через 20 лет в среднем будет по 1,5 миллиона, 30 миллионов километров дорог. Наш план такой. За 30 лет построить, вернее, за 20 лет построить 30 миллионов километров дорог. И если вы обладатель, предположим, 1 миллиона акций, который стоит сегодня 4000 долларов, то ваш пакет будет стоить примерно 656 миллионов долларов при условии строительства этих 30 миллионов долларов и доход в год на уровне 26 миллионов 250 тысяч долларов. Дорогие друзья, это достаточно хороший доход. И вот через 30 лет наши планы 50 миллионов километров дорог, то есть в среднем по 1,7 миллиона километров в год. 51, вот видим, миллион километров дорог. Как я говорил, 1 миллион ваших акций может оцениваться больше миллиарда. Евро больше миллиарда. В рублях почти 84 миллиарда рублей. И доходность
долларах примерно 46 миллионов, в рублях это 3 миллиарда 346, и в евро это 40 миллионов 568, предположительная стоимость может быть, друзья. Поэтому выбирать ли вам ждать, пока, скажем, ваши акции вырастут в цене и получить пенсию, либо уже, может быть, хотя бы купить 100 тысяч акций, которые могут стоить на уровне, может быть, $1000, и вы сможете получать уже примерно через 10 лет у нас будет построено 1 миллион километров дорог. Да, 10 миллионов километров дорог. То есть доходность может быть примерно 875 тысяч долларов. И ваш капитал может оцениваться 21 миллион 876 тысяч 750 долларов. То есть выбирать вам либо 100 акций за 2,85 цента, либо, скажем так, активно участвовать, присоединиться к нам, стать нашим партнером, начать зарабатывать деньгами, зарабатывать акциями, и чтобы у вас было как можно больше пакетов акций. Потому что вы видите, что каждый человек, даже который сегодня нас поддерживает, он в будущем будет иметь капитальную пенсию. А тот человек, который еще поддержит нас финансово, он будет жить богатой жизнью, его родственники в будущем не будут нуждаться ни в чем. Друзья, поздравляю вас с этим. Благодарю, что вы уже поддержали наш проект. И до встречи на наших презентационных встречах инвестиционных возможностей, которые бывают раз в 100 лет по вторникам. И бизнес-возможности, которые бывают раз в 100 лет, которые проходят по четвергам. Всего доброго. До свидания. Пока-пока.